И вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте, с вами вновь я, Костян, канал «Это не диалоги о рыбалке». Утро у нас начинается не с кофе. Будем делать строганинку с хариуса. В руках у нас просто нож и просто хариус. Обсушим. Маленечко его чуть-чуть подтаять, конечно. Ну ладно. Так заделаем. Ну вот, рыбка ободрана. Ни одно утро на рыбалке у нас не проходит без строганины. Так что и это утро также не пройдет без строганины. Опа! Стружечка поехала. Опа, красота! Вкуснота. Утренний аперитивчик. Это блюдо едят все. Завтрак будет замечательный. Ну вот как-то так, друзья. Вкуснейшая закусочка с утримана из хариуса. Не знаю почему, но, блин, из хариуса мне нравится намного больше, чем из сига. Обалденно. Сейчас просимофорим, узнаем, что там у Сани. Готово все с картошечки или нет. И заносим блюдо на стол. Да-да-да-да. Виновник торжества. Разделанный. Красота. Доброе утро. Доброе. Утро не может быть недобрым, нахуй, когда на улице солнышко. Под строганину. Блин. 100 лет мечтал. Еще не говорит целый год. Ваше здоровье, дядя Саша. Давайте за вас. Оно. Бомба. Витя, не понять без топоря. Да, Витя. Алкоголь это яд. Полностью разрушающий организм человека. Так, порядок, чистоту после себя оставляем. Все чистенько. Все культурненько. Витя, шуруповерт забирай. Рукавички свои не забудь выключать. Все, кто приедет, делайте точно так же. Все, поехали мы на рыбалку. Время обед. Только ободняло, потеплело. Выжидали, сидели, пока наступит тепло. Сегодня у нас движение вообще прям параллельно незапланированное. Движемся далеко вниз. Так, все, у нас тут дрова на растопочку лежат. Там дрова еще остались. Часа на 4, на 5. Кому, если потребуется. Все. Собираемся, улыбаемся и машем. Вези меня, извозчик, погулкой мостовой.
все равно, да? Какая-то куропатка ходила. Блин, слушай, вот тут глубоко, Саня, вообще. А? Вот тут глубоко. Ты куда-то не туда взял, блядь. Поклевка была. Опа! А ты говоришь не туда. Все, я правильно делаю. Оранжевая пупырка. Вот тут вот прям смотри это, сначала поклевка подо льдом была, а взял на самом дне. О, а ты говоришь, я не туда бурю, он, видите, поймал. Ты что там пьешь? Чай? Ужас какой. Там прутик был. Ветром принесло, видать, с угора.
Отти, мать твою, идти. Иди сюда. Хороший, блин, кабанчик. Ты понял? Килограмм хариуса. Не туда буришь. Лишь бы, блин, погундеть на меня. Ну. Тебе это припомню. Хорошо, что ты решил проверить, да? Но медальку тебе выстругивать не будем. А? Не хочу. Иди печку топи. А? Мне литра коньяка хватит. Не из дешевых сейчас медальки, да? Шлитераш. А тебе это? Ижога не замучит. А, ну тогда ладно. Опанчики. А, блядский рот. Рыбы, говорят, нет. Рыбы валом. Хоть самосвалом забирай. Но чай попил, сходил, еще половил. Мне? Мне не надо, я не хочу. Витя, проверяй, вон те лунки тоже. Подходит не сразу, падла такой. Блин, хариус-то шикарный прямо, да? Смотри, что лапки. ЮПРСТ. Как ты думаешь, почему я туда иду? Пиво хочу у тебя там найти. Чай я не хочу. Жажда.
Что за дырка? Ты нас не потерял? Потерял. Мы под порогом-то пробурили, попробовали. О! Чанда замерзшая, представляешь? Да ты чё? Зима. Зима. Чем воняет? Как не дровами. Так себе затея, люди. Еще один день прошел. Да, второй день сегодня. В любимой избушке ночью. Да, прям ковыряние у нас сегодня. Поздравляем маленькую Надю с днем рождения. Да, Надюшку. Здоровья желаем. Чтобы все у нее было хорошо. Самое главное, чтобы здоровье было. Давайте за Надю. Днем рождения, Надюшка. Днем рождения. Я прям помолодел. Да? А, как вкусно. Далеко.